Мы все учились в школе и все хотели пельменей. Губернатор Московской области потребовал от правительства разнообразить кухню в учебных заведениях. Андрей Воробьев поручил сотрудникам Минобра разобраться с меню в столичных школах. По его мнению, хлебные ушки должны быть не только на домашнем столе. Наше учебное заведение точно соответствует модным федеральным тенденциям. В меню 25-й ульяновской школы пельмени есть. Подают их с бульоном и укропом в качестве первого блюда. Разумеется, без кетчупа, майонеза, уксуса и сметаны, так как эти продукты запрещены в детском общепите. Из допустимых добавок только соль и зелень. В сервировку столов входят супницы с бульоном, чтобы ребята пополняли тарелки по мере необходимости. В местной столовой пельмешками почуют нечасто. У нас цикличное меню, двухнедельное, поэтому получается, что пельмени один раз в две недели. Меню у нас составляется с согласованием Роспотребнадзора. У нас вот в нашей области Роспотребнадзор очень тщательно просматривает меню. Полуфабрикаты готовит местная компания. По нормативам Роспотребнадзора лепить их на школьной кухне запрещено. Фарш смешанный из свинины и говядины, подсоленный без добавления перца. Как утверждает заведующая столовой, продукция соответствует ГОСТу. Замороженные привозят, нам привозят накануне. И у нас, то есть, привозят, мы их варим сразу, ставим. И у нас практически они все сразу уходят. Ну, допустим, у нас в школе 380 обедов. Нам привозят 38 килограмм 40. Мама юного спортсмена Юлия Ощепкова следит за питанием своего сына. Она регулярно приходит в школу на дегустацию. Юлия не против пельменей в рационе ребенка. Больше движения и свежих овощей в придачу, и все пойдет на пользу. Я думаю, все-таки питание должно быть разнообразным. Вид спорта у нас очень активный, хоккей с мячом. Тренировки у нас по два раза в день, поэтому кушать нужно очень хорошо. Стас Ощепков любит обедать в школе, но больше всего ему по душе домашняя кухня. Мои любимые блюда – это отбивная, наверное, с макаронами является, и макароны по-флотски. Питание для спортсмена всегда важно. Наибольшая часть занимает мясные блюда у нас в столовой. Кормят как дома, очень вкусно на столовой. Мы посчитали количество пельменей в тарелках, в каждой по 7 штук. По словам поваров, размер порции зависит от возраста школьников. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.